инвестиционного оборота доходов суммы с ваших слов до 99%. Ну, это и раньше было озвучено, а сейчас, наверное, уже на все 100. Правильно я понимаю, Александр Ильич? Олег Петрович, если вы внимательно слушали выступление сегодняшних сотрудников, то разделить можно сегодняшнюю подготовку к отопительному сезону на три части. Ну, лучше на две. Подготовка города и его сетей и подготовка теплогенерирующих организаций. Мы не можем отвечать за подготовку теплогенерирующих организаций. То, что касается сетей городских, то, что касается сетей внутридомовых, проведены гидрологические испытания. Я уверен в том, что будут на современной ситуации, но мы готовы к этому, будем ускорять. Жилищное хозяйство города готово к отопительному сезону. То, о чем сегодня Анатолий Николаевич говорил.